Toto to. Чё ты? Чё ты бежал, клошара? Авторитет. Спрятался за спинами своих солдат. Тоже мне авторитет. Всем привет, с вами Ворм. Командер Шепард, и это игра Mass Effect, которую мы продолжаем проходить. Остановились на том, что пообщались со всей командой, прошли на Берию до этого, а теперь отправляемся на побочные миссии. Вот, то есть, ну, начнутся скучные серии немножечко у нас, но все-таки мы их будем проходить потихоньку, помаленьку. Так, начнем с по порядочку. Во-первых, выясните, что произошло в системе. Отправляйте систему Гидры в скопление Ро Аргуса. Система Гидры Ро Аргус. Окей. Let's go. Так, а во-первых, система Гидры, это у нас где? Это у нас... Ро Аргус, это оно. И там Pinnacle Station, кстати, сразу. Может быть, сразу Pinnacle Station пройти? Я вот даже не знаю. Давайте напоследок оставим тогда. Пройдем сразу Pinnacle Station еще заодно. Потому что она, ну, по идее, сложная будет достаточно для такого-то уровня. Так, каперы. Отвага. Туманность конная. Конская голова. Конская голова, система отваги. Давайте лучше так пойдем, да. В смысле, мы здесь? Не понял. Опа. А я же тут все обыскивал. Хреново обыскивал, получается, да? Ну окей, хорошо заметил сразу. Великолепный модульный транспортный корабль класса Каолун, разработанный землянами. Корабль заброшен, бла-бла-бла. Просканируем. Небольшой след радиоактивных частиц, возможно, являющийся результатом работы... до светового ядерного двигателя ведет к окрестностям планеты Завин. То есть нам все-таки нужно эту планету. Я в прошлый раз ее помню, еще до Наверии мы ее смотрели, но не могли приземлиться, я еще удивлялся. Теперь мы можем сюда плюхнуться. С собой возьмем, давайте, Ляра пусть отходит. Эшли, Кайден мы давно не брали с собой, поэтому давайте возьмем Кайдена и Эшли, да. Почему нет? Давно на Макане катались, да? Типа. Ах, слишком тут как-то ветрено. И холодно, я так подозреваю. Так, смотрим сразу. Ох, ё-моё, сколько тут меток-то. Лагерь наемников, аномалия, аномалия, аномалия. Какой бы путь выбрать? Давайте сначала к этой аномалии загоняем. А там уже определимся, куда как. Тун-тун-тун-тун. Сразу предупреждаю еще раз, хотя уже до этого предупреждал, что где-то две, может быть, три серии у нас, может быть, больше, надеюсь, не больше, а меньше, серии у нас будут скучными, потому что они будут составлять из себя, представлять именно вот это вот, такие вот каталки, поездки, без какого-либо намека на основной сюжет. Так, что ты залагал? Уровень опасности 1. Один тяжелый металл, деньги и экспа. Это нам дало. Это нам дало деньги и экспу. Так, труп. Изучаем труп. Находка. Похоже, что перед тем, как умер или был убит, этот человек пытался отметить месторождение полезных ископаемых. Как и мы, собственно, это сделали. Окей, значит, мы нашли чей-то труп. Кто-то его, значит, убил. А если его кто-то убил, значит, тут что-то неладное. Теперь поедем сюда, потом сюда. Так, так, так. Маршрут я построил приблизительно. Может быть, он не самый быстрый, но действенный в любом случае. Едем тогда к месту падения спутника. Зонда, точнее. Или спутника. Хрен его знает, я не шарю в этом особо. Тик, тик, тик.
Mass Effect 1 классный. Блин, вот вышла Андромеда еще. Ну, пока еще не вышла, но уже доступна, в принципе. Хотя он может быть на момент публикации этого видоса. Да, на момент публикации этого видоса она уже выйдет. Я ее не предзаказывал, покупать пока в ближайшее время не буду, лучше дождусь скидки, потому что то, что я видел, мне не понравилось от слова вообще. Вау! Чё ж так пугаешь-то, мразь? Сука. Блин, чё так долго призаряжается пушка, интересно? Где? А как так стрельнул-то, слышишь, боком? Офигел, что ли? Вали отсюда, мразь. Все, один был только, я надеюсь. Все чисто, говорит нам Кайден. Доверимся Кайдену, если что, виноват он. Разбившийся зонт, ручной взлом. Тын-тын, тын-тын. Смотри-ка, шестые и седьмые пушки уже выпадают. Это неплохо. Это очень даже неплохо. Так, теперь мы едем сюда. Уберите карту мне. Давайте F5 на всякий случай, чтобы не было у нас неудач, как раньше. А то мне очень не хочется терять время лишнее опять. Ой. Землю вскопал немножечко. Лобысь. Вылазим. Развалины, ищем артефакт. Эмблема. Фрагмент грузового корабля старой модели. На нем стоит эмблема базы Чати. Чати, Чати. База Чати. Go, go, Mako. Едем дальше. Не знаю, когда будем Penelope Station на самом деле проходить. Я планировал пройти все DLC где-то к уже этому. К последней планете финальной. Но почему бы не пройти его раньше? Тоже вопрос, что тот. Так, какой-то гараж вижу. Генератор. Ну-ка, что за генератор? Находка. По всей видимости, в лагере никого нет. Генератор по-прежнему работает, но признаков обитателей не обнаружено. В компьютере упоминаются некоторые места, представляющие интерес. Например. А, ну это тот чувак, скорее всего, как раз и разведывал эти ископаемые. Но его убили. И думаю, мы сможем здесь узнать, кто его убил. Едем дальше. Главное, чтобы из-под нас молотильщик не вылез какой-нибудь. А то если он прямо из-под мака вылезет, то это смерть сразу. Это было бы грустно. И неприятно, скажем так. Так, где тут ископаемое? Лобысь. И-и-и. О, на золото похоже. Но это кобальт. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, все найдем. Не ссать. Едем дальше вот сюда на вопросик. Какая-то большая планета получается. Ну, я имею в виду по исследованию. Слишком много всяких мест, которые можно изучить. Интересно, чем это закончится все. Так, вот это, видимо, штука, да? Нас интересует. Маяк был ловушка гетов. О, нет. Боже мой, что же делать? Промазал. Ведь. На таран, сука. Последний остался. До свидания. И все?
Окей. Едем дальше что? А, глупые геты. Ну, убить Шепарда, думаете, так просто, что ли? Тоже мне. Но мне интересно, если здесь есть геты, то что там в последнем лагере? Это уже, по идее, каперы, типа пиратов должны быть. А тут фига геты. Ничего себе. Это геты убили того исследователя, который собирал ресурсы, пытался собрать? Тихо, тихо, тихо. Не. Какой нафиг экшен? Нет никакого экшена. Рано тебе для экшена. Паладей. Тихо, задний ход. Я себе фиг чистый, мы же убили гетов. Ты чё, дураха? Как шкипером Шепарда называть, так это ты можешь. А как оценивать трезвую ситуацию, обстановку, так это нет. А, вижу пушки. Значит, тут все-таки геты, серьезно? А, нет, Альянс. Вы гоните, что ли? Не офигели ли вы захватывать турели Альянса, пидорасы? Досидули. Так, ай, кто? А, вижу. Level up. О, привет. Ха, пока. И ты. Не, прикиньте, эти пидорасы захватили наши турели альянсовские. Ну, сейчас мы им покажем кузькину мать. Слезьте, пожалуйста, со здания. Глупые людишки. Тихо, что-то залкал-то. Так, давайте тоже шлем наденем, а то что-то мы как-то не это... Не по правилам. Чик. Пошли рубить. Фуф. Окей, let's go. Кто первый? А, блин, брони. Троганы опять всякие. Фига ты дерзкая, а? Ты прикинь вообще? Ой, ты, троган пришел. Ну, как так, ну? Зачем ты спину подставляешь мне под снайпер? О, это косой вообще. Вау! Свидание. О, чего? Ко-ко? Не злите Шепарда, суки. Они сняли с меня шлем, пидорасы. Ща я вам устрою, пидоры. А что ж ты все перегревается-то, а? Давай, давай, давай. Кто там без снайперка сейчас шмалял? Вижу. Как трясется-то камера, жесть вообще. Отлично. Гоу-гоу-гоу, согласен.
Enemies everywhere! Lock and load, говоришь? Промазал. Да опять промазал, серьезно. Нас, сука. Соси песос, козел. А ты где, пидорк? Зашкирился, смотри, сейчас выбежит. Вау! Да вот куда ты побежал? А, сука! Тоже мне. Урод. Хил. Кто где? Непонятно. Так, бак для мусора. Пустой. Больше тут нифига нет. Значит, второй этаж. Ну, раз второй этаж, значит, второй этаж. Давайте только шкаф откроем, а то я про него забуду потом. 100 пудов. Да, что ж ты будешь делать? К ходу. Окейшки. Кекушки. Кикосы. Кокосы. Тык-тык-тык-тык. Что же у нас на втором этаже будет сейчас? Не, ну блин, такие вообще наивные, да? Думают, Шепарда можно убить. Нельзя Шепарда убить, у Шепарда есть загрузка. Гладиатор, гидра, ни хрена себе, вот тут мне барнир пораздавали. Можем Кайдена нарядить, я думаю, давай что-нибудь. Вот лансер возьми, давай, почему нет. Так, гладиатор, гидра. Гидра ему топовая, да, вообще получается прям? Щух. Такой темно-зелено-военный, классно. А гладиатор получше смотрится, на самом деле. И по цвету ему больше подходит, по идее. Хорошо. А титан, ни хрена себе, титан, смотри, прям такой пух-пух-пух. Подмастерь получается. Но титаном он пух-пух-пух, да. Походи тогда с ним. Чё нет-то? Так, а тяжелой у нас брони для тебя нету, да? Ну, сорянти, так, а чё? Чё у тебя, кстати, по оружию-то? Во, возьми гром. Чё ты ходишь-то, не знаю с чем. Гром тащит у тебя. Дробач возьми, чё нет-то? Пистолетик он возьми себе. Нет, сначала я себя посмотрю. Не, у меня все топовое. Окей. Все, да? Все прям топовое. Да. Так что, Эшли, возьми себе. Вот, Нагината можешь себе взять. Пистолетик себе возьми. Рыбачочек, ты уже все взяла и нормально. Ты там что-то нарядил. Трайку себе возьми. Пожинателя возьми. Или вот страйкер лучше. Страйкер возьми. Дробачка, тураганчик. Почему нет? Хищника. Нормуль. Теперь бело-красный у нас Кайден. Нормуль, нормуль. Идем дальше. Во второй же части жалко мало костюмов совсем. То есть мы только Шепарда меняем, а остальные все как-то, ну, ни при чем вообще. Капитан Уильям сдох. Да, чё ж ты будешь... Аж в смысле, чё ж он не поехал-то? Снайперский молот, шестые все неинтересно. Станция первой помощи. Привет. Обнаружена аномалия. На борту Великолепного вы нашли труп капитана Уильяма. В руке он крепко сжимал небольшой модуль данных. Взять модуль. Но мы не на борту нашли его. Мы нашли его на базе наемников. Так-то. Может быть, типа не успели или... Не знаю. Не знаю. Но не суть. Теперь нам нужно отправляться на следующее задание. Побочное. Обязательно сначала нужно выполнить побочки, чтобы не отвлекаться, блин, от сюжета. Иначе потом под конец там будет слишком дофига этих побочных миссий. А их все в любом случае нужно будет выполнить. Плюс они там еще настакаются. И лах-лах-лах. Очень много побочных миссий. Но это вообще-то хорошо, на самом деле, если так подумать. Это действительно хорошо. Это значит, что игра большая, долгая и интересная. Так. Каперы. Теперь нужно на цитадель отправиться, поговорить с Гаротом. Не помню, какой Гарот. Диски хрен с ним, это хрен с ним, это хрен с ним. Хрен с ним. Бандитские воины, это я помню. И Цербер еще, да. Так, отправляемся тогда
система Хайн, скопление Сигма-близнецов. Цербер у нас где? Вояджер. Рекс у нас где? Ро Аргуса. Агарус у нас. Кеплер. Ну, давайте по порядочку. Давайте сначала бандитские войны эти сходим. Первый Сигма-близнецов, второй Гамаида. Ну ладно, давайте тогда отправим Сигма-близнецов. Я думаю, растянуть, может быть, серию, побольше ее сделать. Не всем же интересно смотреть на эти побочные миссии. А что, я сказал Сигма-близнецов или что? Ну да, Сигма-близнецов. Хань, там была Хань, точно помню. Не помню для кого, но точно была Хань. Хрен с ним, все изучим, посмотрим. Там будет, что будет. Нет, давайте все-таки посмотрю, вдруг нам нужно будет Рекс с собой взять или типа того. Ну-ка, еще раз. Бандитские войны. Один из криминальных лидеров всеми Хань, все правильно. Как обычно, изучаем с самого дальнего конца. Потихонечку, чтобы не запутаться, не заблудиться, не потеряться. Все изучаем с самого конца. Фаркроту. Фаркроту, пустой у нас Фаркроту. Дальше что? Дальше у нас вот эта синяя планетка. Мавигон. Это здесь как раз сама миссия побочная. Что здесь у нас? Хунинто. Пустой Хунинто. И Паравин. Паравин у нас в записи матриарха. Окейшки. Так, ну давайте-то выгружаться на этот мавикон. И нужно убить здесь одного из криминальных боссов. Возьмем с собой наш топ-отряд. Рекс и Гарус. В каждой команде Шепарда должен быть стандартный отряд. Это Шепард, это Гарус и Кроган. Топовая комбинация. К сожалению, она пропадает в третьей части, потому что там Крогана нету у нас. Да? Вроде же нету Крогана, да? Ну да, в первой части Рекс, во второй части там... Блин, я забыл, как зовут во второй части Крогана. Вот, блин. Ну ладно. А в третьей части я ходил, по-моему, либо с этим... Ладно, не буду спойлерить, это что это я разговорился. Вдруг кто-то не играл, вдруг кто-то еще не прошел Mass Effect, кто-то хочет посмотреть, узнать сюжет. Да, кстати, обязательно после прохождения Mass Effect выложу, как сделал с Walking Dead, то есть полный сюжет-пересказ, чтобы для тех, кому лень смотреть это все целиком, особенно эти побочные миссии, мог просто там за, не знаю, за 20-40 минут узнать весь сюжет Mass Effect первой части в моем прохождении. И спокойно смотреть уже вторую часть. Вторая часть поэкшованнее просто будет. Гораздо экшованней. Вот. Портал надо еще запилить. Я что-то все время не успеваю. Времени не хватает. Жалька. Это. Хотя, может, на момент публикации этой серии Mass Effect уже и портал будет лежать. Кто знает. Может, я такой возьму, такой бабац и за полчаса сделаю. Боже. Who knows? Абляционное покрытие. Абляционное, точнее, написано. Так, теперь назад едем. Блин, ты что, на скалу, что ли? Блин, на скалу долго. Вот там объезжаем справа, короче, и окей, понял. Объезжаем справа. Так, F5. F5 очень полезная кнопка. С Long Dark'ом, кстати, у меня косяк произошел. Я там, короче, забыл на запись поставить серию одну, и теперь там косяк там без одной серии получится. Ну, вообще, что-то как там тухляк пошел, потому что я не к Волчьей горе вышел. И не знаю теперь, куда там идти, на самом деле. Ха. Грустно это, да, но что-нибудь придумаем. Вообще, может быть, по идее, уже скоро выйдет, поэтому, может быть, Long Dark скоро будем проходить уже, а не просто там выживать, испытания всякие делать. Я бы прошел с удовольствием. Особенно, если там будет удачное на построение сюжета геймплея сюжетного, то это прям топ инди-игра про выживание.
Вот в таких как раз местах, где мы едем сейчас с Шепардом. Блин, заедешь, нет? Ты должен. Это ж Мака. Мака может. Ой. Да что ж ты делаешь? Что ты меня стреляешь-то в меня, а? Ублюдок. До свидания. В смысле? А ты ничего не взорвал, что ли? Вот она дерзкая. Я ее взорвал, она не взорвалась. Ужас. Так, ладно. Кто там? Криминальный лидер. Ух, нихуя себе. А, ну да, в принципе, да. Для такой конуры правильная. Как сказать-то? Сооружение. Аптечки. Готовы рубить, мужики? Ща будет много трупов. Трупы! На выход! Сука, не хотят, смотри. Снайпер. Да что ж ты побежал? Сука, броню вы ставите вообще прям уроды. Ой, хэдшот. Гарус, что ты лег? А, понятно. Вы что, прикрывать не умеете, да, нифига? Дебилы. Шепард опять один остался. Ну а что, что застрял-то? Кто, что? Вот, блин, выйди. Ой-ой-ой-ой-ой. Идите к вапе, давайте вас всех накормлю свинцом. О, каким свинцом? Электрическим. Электрическим, блин. Энергия плазменная, сука. Накормлю вас. А ты метки такой, да, я смотрю? Из ДБК-то шмалять. Выжил, сука. Теперь сдох. Кроганов нет, это уже полпобеда. Встаем, ребят, отхиливаемся. Там снайпер еще херач. Дай пройду Гарус, пожалуйста. Гарус, какого черта, а? Да, блин. Ну, отлично вообще. Перегрев это прям супер. Вы вообще что-нибудь делаете, нет? Я не пойму просто. Что это? Тихо. Кто такой дерзкий тут? Какие-то вы долгие, ребят. О, Рекс решил силу свою показать, да? Готическую. Ой. А, это босс. Я думаю, что за фигня? Елена была права, ребята тут развернулись не на шутку. Ничего, скоро все изменится. Одного уже нет, осталось дело за вторым. Ой. А что это такое?
Это мина, типа, он расставил. Бах-бах, не, не взрывается. Так, тут больше ничего нету, да? Это... Нет, что-то есть, смотри. Давайте посмотрим, что тут есть. Тарын. Ну тут просто, скорее всего, лут хороший какой-нибудь. А может быть плохой. И скорее всего плохой. Да! Да что ж ты будешь делать? Скорей! Скорей! Успел. Ну шестерки, ладно, шестерки неплохо. Аптечки. Еще ящик, инструменты. Шестерки и... Семерки. Вот семерки тоже хорошо. Хотя я бы десятки бы хотел бы уже получить. Десятки это было вообще прям классно. Так, давайте уберем пушку, а то что мы тут не бегаем, как лохи-то. Медицинская станция. Ну, здесь, в принципе, ничего особо интересного не будет, я думаю. Да. Фениксы. Нафиг, мы их не носим. Полярная звезда биоусилить. Вот это вот уже классно. Это Рексу. Кстати, надо же Рекса еще снарядить. Так-то. Торнадо какой-нибудь. Во, во, теперь он херачит. И думаю, вот это тебе пойдет прям на пользу, да? Стой ты, вундеркинд давай. Да что ж ты делаешь? Вот солярис, все. Блин, вот броня бы ему зашла еще прям офигенно. А если титана? Во, смотри, такой прям мощный. И все в снегу, блин, причем. А скорпион если? Скорпион зеленый. Но эти там больше по защите. Щиты поменьше, правда. Оставим давайте ему такой зелененький. Ему идет. Так, и тебе нужен... экзоскелет. Да. Ну и что, давайте тебе еще эти пушки снарядим. Какой-нибудь лансер возьмешь. Добавить у тебя есть. Пушка, какой-нибудь страйкер и снайпер. Просто для вида, просто чтобы висело. И Гарус, конечно. Гарус наконец-то может носить среднюю броню. Пятый агент, но, блин. Но белый тебе не идет. Ты же у нас синий носишь, да? Ну, гладиатор зато блестит так красиво. Пусть будет гладиатор, ладно. Медицинский интерфейс, абилизационное покрытие. Давай буфер тебе. Так, ну и по пушкам, что там у тебя? По пушкам ты вроде был снаряжен достаточно хорошо уже. Полоневые патроны, давайте семерку поставлю просто и все. Нормуль. Нормуль, теперь такая команда. Смотри, такие прям все блестят идут. Такие тух-тух-тух-тух. Классно, классно. Нравится. Мне теперь нравится. Только надо будет их потом сделать Гарус синим, а Рекса красным как-нибудь. По броне, я имею в виду. Правда, не один хрен потом наденет свою старую броню во второй части, но зато они тут хотя бы выглядят у нас круто. Я просто помню, я раньше задрачивался, когда проходил на сюжет, но мог... Специально подбивал на ту броню, которая сюжету относится к сюжету именно. То есть у меня Шепард ходил чисто только в N7 броне, и все. Я мучился, страдал, плакал, истерил, но была N7. Умирал, падал, и все дела. Но было по сюжету. Был чисто N7. Так, что там по серии? 33 минуты, да, но хрен с ним. Давайте пройдем до конца уже эту сюжетку. Побочную, которая у нас вот это. Так, в Ханьме были, теперь гамма-аида, система Дита. Летим туда. Назад, тынц. Гамма-аида, это здесь. Система Дит. Дит, вот оно. По-моему, в гамме Аида был еще Гарус, да? То есть сразу можно будет его еще начать. Но это уже позже. Сначала изучаем опять планетки все, как обычно. Раиша. Раиша в перде. Так, тут что? Гримар. Гримар у нас пустой. Так, проверяем метеоритное поле. И нифига в нем не обнаружим, серьезно? А, нет, что-то есть. Астероид металлической рудой. Отлично.
Чик-чик. Так, дальше что? Конденсаль. Думаю, сюда мы как раз и летим. Да. Это побочная планета. Так, Ниар. Ниар. Металл нашли. И здесь у нас в Яртаре пусто. Окей. Ниар. Ой, Клинсаль. Так, Клинсаль. Приземляемся. Берем все тех же. Что, мы зря их наряжали, что ли? Единственное, кому я не буду менять костюм, это Тали. Тут уж за... меня простите, но задротство возьмет вверх. Кварианцам очень сложно менять костюмы, особенно в человеческих условиях, поэтому... Не, это бред, это бред. Просто так сменить костюм, костюм кварианки — это дичь вообще полная. Убежище синдиката, блин, хреново. Давайте сюда сначала. Хреново в том плане, что убежище ближе, чем обычные какие-то места. А нам нужно сначала сделать все побочки, потом уже зайти в саму сюжетную, побочную сюжетную локацию. И потом уже валить с этой планеты. Блин, ну да, я буду делать серии лучше крупными, но, по крайней мере, их будет меньше. С этими несюжетными всякими покатушками. Где залежи? Не вижу. Вот залежи. Платина. Да, взяли, забрали. Поехали дальше. На меточку метки. Меченая метка. На нее мы едем. Заедешь здесь? По-моему... Да, заедет. Шмака. Что ты спрашиваешь-то? Мака заедет куда хочешь. Так, во-первых, разбитый зонт. В смысле, а что он не это? Окей, значит, тут только вопросик. Вопросик наверху. О, здесь еще сложнее будет сейчас заехать. Тут разгона у нас не хватит. Хотя заедем. Это Мака, мать вашу. Мака заедет куда хочешь. Ну, или почти. Давай, 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 макушка, макушка, давай, 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 давай. Опачки. Красавчик. Что это? Сларианец. Жетон там или что там у них было-то у сларианцев? Медальоны, да. Так, и что-то было вот тут еще. Лобысь. Цел и невредим. Так, шки-так, шки-так. Едем сюда. Опять где-то внизу, да? Блин, потом опять заезжать наверх. Черт. Ой. Я что-то на свою метку поехал вместо метки самого радара. Давай, давай, давай. Почти доехал, ну. Ну давай, назад. Оп, Мака, давай, буксуй. Оп, оп, тихо, все, стой. Молодец. Так, разбившийся зонт. Открываем. Тынц, 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 тынц. Шестерки просто какие-то, да? Чё, кого ты целишься, дурак, что ли? Быстро мне разверните к квестовой части. Теперь едем туда. Был бы тут нитро какой-нибудь. Было бы вообще классно. Ой, смотри. Ух, ё-моё, снайпера. Ничего себе. Охеревшая. Падай, сука. Еще раз. Чё встала? Обратно падай. Лежать, сказал. Лежать, сука. Кувыркайся, мразь. Где там снайпер этот? Утырышный. Вон он. Если есть вышка, значит есть снайпер. А снайперов мы не любим, потому что мы сами снайпер.
Где ты заныкался? А, вас даже двое. Как так стреляешь? Ха, чё, упал, да? Ха-ха-ха-ха. Чувак, лежать. Ну не вставай, лежи. Ладно, хрен с тобой. Чё время терять? Рекс такой мощный, смотри, смотри. Ну-ка, а как у вас шлемы выглядят? Не, лучше вблизи посмотреть. Дуэлян, кстати, на Гарус появился. Давайте проверим дуэлянта. Щитов дофига. И синий цвет, вот. Он не блестит, правда, да? Жалко, что не блестит. Классно, когда вот так вот лампочки какие-то моргают, там все дела. Но черт, щитов больше, и при этом вот, вот что, смотри. Он такой синего отлива, то есть прям для Гаруса специально создан. И есть второй еще этот. Вторая дырка. Ну, вы поняли, короче. Нормуль, нормуль, активно. Что делает? Прочность восстановления. Окей. Рекс. Рекс пока ничего полезного нет. Только титан, если. Но титан это такой. Скорпион больше им подходит. Нормуль, теперь Гарус. Гарус теперь канон. Это хорошо. А Рекс надо что-то красное искать. Да там потом еще найдем десяток какие-нибудь брони, которые будут вообще топовые. Мне главное на себя-то найти. Срать на побочных персонажей. Ой, на второстепенных. Главное, что Шепард, во что он найдет. Ой, сейчас тут будет опять жара, да? Так, сохранился сейчас, да. А то бы сейчас сдох и все, потерял бы весь прогресс. Сам бы начало планеты играл бы. Жопа вам, ребята, кто бы вы тут ни были. Го-го-го! Го-го-го! Ложки. Ты офигел вплотную-то бежать-то? Курица. Вау-вау-вау-вау. Ну ты охренел, что ли, слышишь? Так, давайте-ка мы сделаем вот так. Целиться из... мы штурмовых винтовок не умеем, но... Терять, что ли? Возможность. Ай, блин. Все ты потерял, не только щиты, дурак. Рекс, не мешай. А с чем у меня ходит Гарус, кстати? Все правильно, Гарус ходит, молодец. Лабысь. Не попал, что ли, серьезно? Ты угораешь. Ты угораешь. А ты угораешь, что ли? Да, блин. Хамоха. А чья граната висит здесь у головы моей? Если это их граната, то я же покойник. Минус снайпер. Минус наемник. Остался босяра только, да? Нет, наемник, смотри. Где босяра? Босярка, ты где? А, вон он там ныкается. Пидорка. Слабак. Ну а что это за стены прозрачные? Чё ты бежал, клошара? Авторитет. Спрятался за спинами своих солдат. Тоже мне авторитет. На тебя в бочину, сука. Пал отжался, сука. Второй главарь бандитов уничтожен, оба уничтожены. Несомненно, Елена Блейк будет чрезвычайно рада узнать о том, что эти подонки больше не будут ее беспокоить. Скорее всего, она скажет... Ой, ты что-то взорвался, чувак. Скорее всего, она нам скажет, типа, это... Шепард, давай-ка с тобой встретимся там-то, там-то, короче, и попытается нас, сука, дошить. Но ее это не получится, потому что она тупая дура и не знает, с кем она связалась вообще. Просто вот по логике, да, если она сама не может убить двух этих криминалов... А Шепард смог убить обоих, причем. С чего вдруг она взяла, что она сможет убить Шепарда? Я вот такую логику не понимаю. Но отвечаю, то что так сейчас и будет, скорее всего. Сейчас она на нас нападет. Ну не сейчас прям, да, а на другой планете какой-нибудь. Ох, серия затягивается, да? 45 минут уже. Ну а что поделать, побочные миссии, они
тут что-то, по-моему, не пройти. Побочные миссии, они такие... Не всегда веселые, на самом деле. Их весело проходить для меня, потому что для меня это по кайфу. Я фанат Mass Effect'а до Андромеды. Правда. Но все же. Мне это интересно, это весело, это занимательно. Не знаю, это лор. Это прокачка персонажа. Персонажей. Это бонус в следующей части от сохранений. Небольшое, правда, но какое-то. И это в этом есть весь фан. А наблюдать за этим не очень интересно, потому что это, ну, блин, однообразные одни и те же действия. Это я понимаю прекрасно. Но я обещал полное прохождение выложить. Я его и выкладываю. Кроме всяких там медальонов, ресурсов и прочего. В основном будет сотка. Потому что, блин, я не буду собирать эти ресурсы, это слишком задротно. Я не настолько задрот. Так, возвращаемся на Нормандию. И сейчас, скорее всего, если мы заговорим по этой штуке, то с нами она свяжется. Нет? Нет, она не связалась. Видимо, если когда прилетим на какую-нибудь другую часть. Окей. Так, давайте отдалимся. Наметим себе путь дальше. Так, бандитские разборки. А, вот, она уже пометила даже себе, ничего себе. Фортуна, Туманно-Сиконская голова. А мы сейчас где находимся? Мы сейчас в гамме Аида, да? Есть тут еще что-нибудь в гамме Аида? Руаргуса, Кеплер. Ну, ладно, что там, 45 минут, да, прошло. Давайте закончим тогда сразу эту всю побочную миссию. Туманность, конская голова, система Фортуны. Где этот конская голова-то? А, там же Динаверия, смотри-ка. Фортуна, да, она сказала? Да, она сказала Фортуна. Let's go, please. Фортуна так Фортуна. И опять, как обычно, с последней планетки мы начинаем и приближаемся к звезде. Вот здесь она нас ждет. Скорее всего, будет пытаться убить, дура тупая. Но не суть. Так, редкий элемент, это хорошо. Меганлис. Туранская эмблема. Тоже неплохо. Окей, Амарант. Let's go. Берем все тех же. Я с другими обычно не хожу. Тон-тон-тон. Окей, она у нас здесь. Но по порядочку как раз поедем. О, и сразу у нас тут еще эти ископаемые полезные отметились. И по пути. Вот тут мне нравится путь. То есть постепенно все собираешь и прям напрямую едешь к цели. Без зигзага, без всего, почти по прямой у нас идет поездочка. Где, где, ну? А, я прям на нем что ли стою? Да. Иридий закопался. Ну, сейчас, в принципе, играет самая, ну, веселая музыка Mass Effect'а. Боевая, я имею в виду. Первой части. Во второй саундтрек, конечно, покруче будет. Но какие были времена, такой был саундтрек. Что-то красным светит. От чего? Тут солнце разве красное? Вот твоя гамма мне приятна, кстати. Я погулял. Типа закат, может. Здесь внизу? Да, отлично. То я думал сейчас на гору ехать опять. Взламываем зонт. Ой, что-то тут много всего. Давай тут пролезем где-нибудь. Вот сюда как-нибудь. Отлично. Шестерочки. Ну теперь нам пятерки больше не упадают, по крайней мере. То есть уже прогресс по опыту заметен.
Уже 6-7 выпадает. Хочу десятки. Десятки там вообще будут огонь. Просто. Но что ты делаешь? Ну? Давай, давай, давай. Ну вот, вот что ты творишь? Господи. Ктулху великий, помоги. Уи, лобысь-бысь. Лобадысь. Окей. Вот мы выровнялись, и теперь едем к вопросику, не знаю, что это. А, вон, вижу, штука торчит. Выходим. Так, где тебя обыскивать-то? О, древние развалины. Британские, типа что? Турианская эмблема, нет. Не турианские, не британские, турианские. Так, ну и теперь, собственно, говорить с этой Еленой Блейк. Вот, вот говорю, если она сейчас... Я просто точно не помню, как эта побочка выглядит, но если она сейчас попытается на нас напасть, то она просто конченая дура. По-моему, у нее цвет волос был белый, да, если я не ошибаюсь? Она мне блондинка запомнилась. То есть, как бы, разработчики намекают, что обладатели светлых волос не очень умны могут быть. Либо это просто совпадение. Скорее всего, просто совпадение, потому что я ничего против блондинок не имею. Там все дела, ля-ля-ля. Чтобы никто не агрился. Если кто-то до сюда вообще досмотрел. Не уснул от скуки этих побочных миссий. Вот если она нападет на конченое, смотрим. Ё-моё. А, не наседаю. I owe you a debt of gratitude. With my former partners dead, this syndicate is now mine. I could not have done it without you. Those men deserve to die. Now are we going to have a problem? Not if I can help it, Commander. I hope you can see that I am by far a lesser evil than those men. Under my leadership, this organization will restrict itself to gambling and smuggling illegal technologies. There will be no drugs and no slave taking for the Batarians. Those days are over. Распускай банду. Она оказалась, кстати, не конченая. Молодец, окей. Вы арестованы. Отойдите от дел. Все в порядке. Распусти банду, сучка. I'm giving you one chance to live through this. Shut this gang down. I cannot believe you place such a high priority on stopping such petty, victimless crimes. If I disband the gang, I walk away freely. I have not come so far to be arrested. I would die before going to prison. I would most certainly kill before going to prison. Now, do we have a deal? Пока да. You're free to go. I don't ever want to see this gang again. If I do... You won't. I'm not so foolish as to break my word to a Spectre. Красава, смотри, она вообще не тупая. Men become nervous in the presence of law enforcement agents. Goodbye, Shepard. Ничего себе, ты смотри. Ты смотри, вот он, бо. У меня даже что-то прям стереотипы все в голове съехали немного. Она не тупая. Она все правильно сделала. Хотела сначала договориться, у нее не получилось, она такая, окей, ну, блядь, я типа не уйду и до конца буду стоять. Я такой, окей, я, короче, что услышу, сразу тебе пыш-пыш и все. Она такая, нет, с аспектом спорить не буду, я что, дура, что ли? Молодец, молодец. Снайпер, чертова. Не, вот реально увожу. Я думал, она сразу нападать будет, типа, аспект, ты попался, ты дурак. Но нет. Ну, смотри, автоматы хранят игровые у себя. А как взломать-то мне? Я тут не пройду нигде. Алло, что за говно? Да вы гоните, что ли? Мне не проехать нигде. Блин, здесь была возможность, но... Ладно, давайте Венгеля потратим. Семерка. Ничего особо важного не получили, но все же. Что ж. Окей, давайте на этом заканчивать. Всем, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты. Продолжим уже мы в следующий раз с другими побочными квестами. То есть они будут такие вот длинные, почти по часу, но зато их будет меньше по сериям. Я побыстрее подберусь к основному сюжету. В общем, всем удачи, всем пока.